Здравствуйте, товарищи. Камрад Валтош на связи. А вы знали, что в Space Flight Simulator можно сделать невидимый двигатель? Нет? Ладно, сейчас я все расскажу и покажу. Для начала постройте ракету с двигателем. Ее нужно сохранить. Теперь нам понадобится Total Commander. Заходим в Play Market и качаем его. Откройте Total Commander и перейдите в папку, которую видите на экране и в описании видео. В этой папке лежат все сохраненные ракеты. Находим нашу и открываем файл. Там лежит текстовый файл Blueprint. Открываем. Находим там наш двигатель. Если что, то в самом низу документа прописана деталь, которую вы установили самой последней. Можете просто слегка подвинуть двигатель и сохранить ракету снова. Тогда вы найдете его именно там. Отредактируйте параметры так, как показано на видео. Очень важно при этом не нарушить структуру текста, иначе файл сломается. Не забудьте сохранить результат. Теперь снова зайдите в игру и загрузите отредактированный файл. Ужас, двигатель пропал. Нет, он на месте, его действительно не видно. Поставьте ракету на опоры. Если этим пренебречь, она упадет и расхуярится. Также закрепите двигатель на ракете вот таким образом. Если этого не сделать, то при запуске он просто отвалится и потеряется. Готово. Можно проверять. Как вы видите, все прекрасно работает. На этом туториал окончен. Всем всего самого охуенного. Пока.